Израиль официально не участвует в войне с Исламским государством и не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Сирии. С официальным Дамаском у него нет дипломатических отношений. Но боль других людей в стране понимают очень хорошо. В израильских клиниках теперь много сирийских пациентов, в том числе детей, раненых во время обстрелов. Вся медицинская помощь бесплатна. И в одной палате часто лежат люди, которые несколько дней назад сражались по разные стороны фронта. Репортаж Юлии Ольховской. Это молодой 17-летний мальчик, у которого открытый осколочный перелом бедра. Свой рабочий день доктор Лернер начинает с обхода пациентов, которых в последнее время заметно прибавилось. В этой палате лежат раненые во время боев сирийцы. Нам запретили показывать их лица и называть их имена. С Израилем у Сирии нет дипломатических отношений, и формально эти люди находятся на территории государства врага. Но другого выхода у них нет. В самой Сирии, по данным ООН, уже разрушено 70% медицинской инфраструктуры. Лечиться сирийцам на родине просто негде. Два года назад на границе у ворот израильский патруль обнаружил 7 раненых сирийцев. Их доставили в израильскую больницу, вылечили, они вернулись обратно домой. И с тех пор к израильскому КПП со стороны Сирии привозят все новых и новых раненых. У большинства пациентов взрывные и осколочные ранения. Эта палата по воле случая объединила тех, кто на родине воевал по разные стороны фронта. Один с переломом ноги сражался на стороне сирийской оппозиции, другой с ранением в руку на стороне правительственных войск. Услышав, что мы из России, мужчина показывает татуировку Асада-старшего. Утверждает, что с соседом по палате отношения хорошие, ведь враг у всех сейчас общий – ИГИЛ. Террористы из Исламского государства делают страшные вещи. Многие мои знакомые погибли. Я думал, что лишусь руки. Спасибо докторам, которые ее спасли. Как только разрешат, вернусь обратно. Мы должны защищать Сирию. Джонни сопровождает доктора в детское отделение. С ним маленькие пациенты меньше боятся врачей. Как правило, их привозят сюда без родителей. Более того, у некоторых нет никакой связи с домом. Преодолевать боль и страх детям приходится самим. Я живу далеко, почти в 100 километрах отсюда, но всегда приезжаю с хорошим настроением и улыбкой. Им здесь тяжело, а шутки помогают взбодриться. Профессор демонстрирует нам, с какими страшными ранениями дети поступают в госпиталь. Многие лишаются конечностей, но в этом случае обязательно получают в Израиле протезы. Совершенно бесплатно их покупают на пожертвования местных жителей и благотворительных фондов. Причем врачи отмечают невероятную мотивацию сирийских детей. Этому мальчику осколки снаряда попали в живот и позвоночник. Уже через несколько дней после сложнейшей операции начал ходить. Я всегда очень беспокоюсь, когда мы их выписываем. Все дети, как правило, лечатся долгое время. Я привязываюсь к ним как отец. А потом они возвращаются опять под бомбежки. Многие попадают сюда по нескольку раз. Одного мальчика брат посадил на осла и отправил на границу с запиской доктору, у которого он сам лечился. Никто из сирийцев, как правило, не говорит на иврите. Чтобы общаться с пациентами, израильские доктора начали учить арабский язык. С ними общаемся через переводчиков, через арабов, которые значит, работают у нас. Ну и сами можем отдельные фразы говорить, там выучили за эти годы. По словам врачей, многие раненые стремятся вернуться обратно домой в зону боевых действий как можно раньше. Ведь там остались родные, ради которых пациенты порой готовы рисковать здоровьем и даже жизнью. Была молодая женщина, 28 лет. Как оказалось, мама 5 детей. Около дома там что-то взорвалось. Мне трудно сказать, что именно, но она была тяжело ранена в обе ноги. И одна нога была практически почти оторвана. Нам удалось стабилизировать ее состояние, но предстоял ряд операций и длительное лечение. Женщина просила не производить этого длительного лечения, она просила сделать ей ампутацию, дать ей хороший протез, чтобы она могла скорее вернуться к своим детям. Выписки пациентам дают исключительно на английском или арабском языках. Возвращаясь в Сирию, многие скрывают, что лечились у израильских докторов. За последние месяцы здесь получили помощь более 600 сирийцев. Больше 100 из них – дети. Юлия Ольховская, Дмитрий Ремезов, Идвора Фридман, Первый канал, Ближневосточное бюро, Израиль.